Студенческие годы чудесные – это пора взросления и получения будущей профессии. На днях глава района Роман Синеговский встретился с учащимися электротехнологического техникума, чтобы пообщаться и узнать, что волнует нынешнее поколение молодежи, какие у них планы на будущее. На встрече побывали Тина Копачевская и Георгий Калинин. Последний звонок – выпускной, и вот уже звание выпускник школы сменилось на долгожданное студент. Взрослая жизнь началась. Позади родительский дом, мамина забота и папины наставления. А впереди – пары, конспекты, экзамены. Вот такая она – жизнь студента. Общаясь, Роман Синеговский и студенты техникума обсуждали самые разные темы – от глобальных до обычных житейских. В начале встречи глава района рассказал ребятам об итогах социально-экономического развития района. В целом, если взять в разрезе Краснодарского края, мы занимаем 9-е место по бюджету. Поэтому я и задачу ставлю всем своим службам при оценке разных направлений. Мы должны входить в десятку лучших. Студенты активно включались в разговор, свободно задавали интересующие вопросы, высказывали свое мнение. Благоустройство города, организация мероприятий для молодежи, вопросы трудоустройства, противодействия наркомании, полезный досуг и здоровый образ жизни. Эти и многие другие вопросы интересовали ребят. Студент первого курса электротехнологического техникума Александр Петров считает эту встречу очень важной. Встреча прошла очень хорошо, и эту пользу принесло то, что как бы наш глава выразил, ответил на все наши вопросы, которые у нас были, все наши сомнения. И мы узнали мнение главы, и наше мнение, как бы, они почти совпали. В завершении встречи Роман Синеговский поблагодарил студентов за полезное общение, пожелал успешной учебы и насыщенной студенческой жизни. Тина Копачевская, Георгий Калинин. Программа «События».